понедельник в Самарской области ясная погода без осадков. Температура днем 16-18 с минусом, ночью 17-19 ниже 0. Ветер южного юго-восточного направлений 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно, днем минус 16 градусов, ночью минус 20. Ветер юго-восточного направления 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем минус 15, ночью 17 градусов ниже 0, ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем 18 градусов ниже 0, ночью минус 19, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.